Ну, такая машинка сегодня поломалась. В каком-то ужасном состоянии. Не включалась центрифуга. Разобрал все провода, проверил все контакты. Все хорошо. Оказалась проблема. Была вот здесь. Вот этот язычок. Просто не включался при повороте. Подогнул. Центрифуга заработала. Работает сливной насос. Вот я его добыл. Оттуда крепится все легко и просто на один болтик. Вот так он там стоять должен. А как же он будет работать? Там внутри какая-то фигня на гвоздь похожа. А, не. А, да. Это гвоздь. Или проволоки кусок, как он туда попал. В общем, железяки я типа вытаскивал, два гвоздя там было. Включил, не работает. Разобрал. Вот так он внутри выглядит теперь. На выброс. Корпус, может быть, еще куда-нибудь пригодится. Правда, пока ковырял, вытаскивал. Все это там с водой было, заклинило. Еще один нашел. Тут получше маленько. Беда та же. На выброс. Вот нашел попутнее. Собрал. Тут приблуду свою пришлось ставить здесь. Патрубок больше был. Ну и все. Сейчас будем собирать обратно. Ну все, перед сборкой проверяем. Слив работает. Ну все, осталось отмыть и собрать ее. И все, готово.